На мой взгляд, поскольку еще будем мы живы и здоровы, столько будет память о той советской прекрасной армии. Потому что она действительно воспитывала людей. Не только люди отдавали там службу, то есть служили, тупо служили, они там еще их воспитывали. Там были политзанятия, там людей обучали физической подготовке, культуре общения и многим вещам. Но мы еще не должны забыть, что эта армия была многонациональная. Все республики входили в эту в армию, и все служили в одной роте, спали рядом и общались друг с другом, и не было никаких раздоров, не было ничего. Поэтому для нас и для меня лично это огромное уважение к такому величию, как бывшая советская армия, армия Союза Советских Социалистических Республик.